Стоит отметить, что после вынесения положительного заключения Венецианской комиссии проект о внесении поправок в закон о Высшем совете магистратуры был направлен на промульгацию. К другим темам. Генеральный прокурор запросил у Высшего совета прокуроров отстранение от должности главы антикоррупционной прокуратуры Виарела Марарь на время следствия. Ходатайство Александра Стайноглы было одобрено. Таким образом, Марарь до окончания расследования по делу о злоупотреблении служебным положением будет лишен соответствующих полномочий. Глава Генпрокуратуры аргументировал свой запрос нормами действующего законодательства. Это предусмотрено действующим законодательством. В том случае, если в отношении прокурора заведено уголовное дело, он должен быть отстранен от должности. Мы действуем в полном соответствии с процедурой. Напомним, Виарел Марарь был задержан 10 января за злоупотребление служебным положением и подделку государственных документов и помещен под предварительный арест на 20 суток. Прокурор обвиняется в том, что предположительно принял от Владимира Плохотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки законодательным нормам. И на основании этой жалобы возбудил уголовное дело, подделав ряд процессуальных документов. Эти действия, согласно доказательствам, были совершены как в личных интересах, так и в интересах заявителя, а также других лиц из его окружения с целью защитить их от участия в качестве подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве и препятствовать быстрому, полному и объективному расследованию дела о миллиарде.